Перед просмотром данного видеоролика советую подписаться на канал Overlord. Чувак снимает классные видео по школе хаоса с классным монтажом, а также у него есть такие игры, как стендофф. Я знаю, что он там снимает всякие гайдики, вот, например, как сделать топ-превью на Android, да, играет в хорроры иногда. И вообще, чувак классный. Советую подписаться, ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Громикс. Сегодня мы поиграем в Brawl Stars. Меня, короче, почему-то долго не было, да? Ну, во-первых, мне лень, во-вторых, школа хаоса уже загнулась, там уже вообще нечего делать, там уже вообще у всех есть випы, у всех есть стеги, нечего достигать, то есть я уже не вижу что, смысла что-то там делать, да? Но это не означает, что видео окончится по школе хаоса, потому что я знаю, что главная аудитория у меня это по школе хаоса, да? Поэтому для вас я буду пилить видосики. Не знаю, как часто, как редко, но все же будут видосики. И на моем канале будут разные личные видео по другим играм. Я хочу немного обновить контент, так сказать, потому что снимать только про школе хаоса я далеко не уйду, да, на ютубе. Ну, а вам я желаю приятного просмотра. Готовьтесь чайчик, там, печенюшки берите и погнали. Ну что, ребята, давайте я вам покажу по-быстрому всех своих персонажей и покажу свои достижения, так сказать, в игре. У нас максимум трофеев 1706, побед 3 на 315, одиночных побед 87, парных побед 56, и лучшее время в раборудке 3 минуты, и лучшее время в мегабойне 0 секунд. В мегабойне я еще не участвовал, хоть у меня 1700 кубков, но все же я там еще не участвовал, и даже, я не знаю, раборубка. Дальше, у нас нету мегабойни, не знаю, что это даже такое, никогда не участвовал. Дальше, у меня 13 бойцов из 25. Это у нас Шелли, Роза новый, кстати, новый персонаж, продавал 19 кристаллов в течение 2 дней, после того, как вышел. Булл, Кольт, Джесси, Барли, Нита, Брок, Мортис. Мортис выпал мне с обычного сундука, его очень долго хотел, и вот он мне наконец-то выпал. Дерли, Пенни, Эль Прима и Поко. Как видите, на Поко и на Эль Прима играем меньше всего, и они у меня стоят на улучшении. Ну, будем играть в сцене, наверное, Мортисом, да. Хоть и я не уверен, потому что я еще не очень сильно хорошо не играю, но все же можно попробовать, да. Потом поиграем за Рози и за кого-то еще, не знаю, за Кольта там, не знаю, посмотрим, как поиграем. В общем, давайте найдем нашу игру. Так. Первая игра. Попробуем сейчас забрать баночку. Там Роза. Она достаточно жесткий у нее урон. А ульта у нее вообще бешеная. То есть вы ее не убьете, пока она в ульте. Вы с маленьким шансом ее убьете. Да, не, если у нее мало хп, то да, вы ее убьете. А так, если у нее фул хп, то вы ее вообще снесете вот минимум. Так, ладно. Тактически. Он уже у Розы. 4 банки, это не очень хорошо, потому что она сейчас будет всех просто пинать. Опа, тут нет, тут сюда нельзя. Тут я пока в кустиках. Там вон. Кто это? Пеппер, да? Так. А ну-ка здесь. Давайте попробуем завалить. А, ты смотри, что делаешь. Все. Там не попал, немного в стену влез, да? Так. Ну, 5 человек, я уже не в минус иду, так сказать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я уже не в минусе буду с кубками. Там 6 кубков, это 0.
Ой, шестое место это 0 кубков дается. Все, что из 6, там уже дается в плюсик. Так. Немного это, да, крысочество, но все же это Мортис, да, не забываем. И он не настолько жесткий, как вот я сейчас с ними буду драться. О, ну давайте сейчас вот. Все, ребята, первый топ-1. Фух. На самом деле, Мортис достаточно очень быстрый, да? Вот своим ударом он мало того, что урон нормальный наносит, да? Так он еще и влетает. Вот это очень классная штука. Так, не знаю, сыграть еще раз Мортисом или пойти взять другого персонажа. Давайте возьмем кольца. И пойдем на захват кристаллов. Нам надо выполнить это событие сегодня, чтобы заработать большую звездочку. Так. Ну что, погнали. Не люблю режимы, кроме столкновения в Brawl Stars. Не знаю почему. Не заходит просто. Ну вот поэтому я не люблю, потому что мясо просто видели. Я вот стрелял только что, да, и снес достаточно много хп, но он все равно не умер, потому что он ушел. Ну я ее убил. Я ее убил. У нас уже 3 кристалла. Я чисто буду на атаке, я не буду кристаллы носить на себе. Пусть кристаллы носит, не знаю. Вот этот, не помню, как называется этот герой. Блин, зачем сейчас купил? Ой, тону. Не, ну вы дурачки, я не скажу так. Не, ну он дурачок. Блин, ты смотри, как хорошо поубивал. Он сейчас убьет. Да, отлично, у нас есть уже 11, все. Пусть убегает. Мы пока позащищаем. Ой-ой-ой, вот это жесткая ульта чувачка. Извините, я немного приболел, горло немного болит. Так, все, мы выиграли. Это... просто классно, потому что когда это я снимаю на видео, не могу очень долго, например, 3 раза иду в этот режим и все время проигрываю, чтобы не получается не заработать звездный жетон. Но сейчас у нас все получилось. Ну давайте последний бой сыграем в ограбление или в лосану. Давайте в ограбление. В ограбление пойдем Джесси. Джесси в ограблении, а в осаду лучше брать Ниту с медведем. Не знаю, мне там нравится Нита играть. Так, все, погнали. Наверное, тоже поломалась кубка. Не знаю, что за режим. Это 2 базы у тебя и у противника. И вы должны убить, разрушить базу первыми. Ну все, вот мы сейчас первые придем. Начнем коцать нашу базу. Ну все, я 15% снес, а нам снесли 20%. Ты чё? Это все сделала она? Да не гони, ты шо? Роза, нифига она жесткая. 20% снесла. Не, ну это машина, я тебе говорю. Вот смотрите, вы видите, я не смог ее убить. Это просто трэш. Зачем вы кинули? Мне в кусты надо забросить, сука. Не, ну мы пока разносим, разносим. Что ты тут пришел? Меня сейчас добьют, все отлично. Help me. Нет, это...
Вот так и забрасываем по турельке. В кустике к базе их, поэтому сейчас все будет просто. Так, все будем сейчас на дефе. Тут осталось буквально 50 секунд. Этот ходит что-то тут. А, он достает, смотри. Изи. Это вин. Просто. Кто на звездный игрок? Не я, к сожалению. Но все же, зарабатываем еще один звездный жетон. Просто вот на видео. Вот, каждый режим берем. Вот вы видели, без паузы. Заходим в режимы и просто нагибаем всех. Давайте посмотрим, что у нас по звездным жетонам. Надо еще 5 жетонов, и мы откроем сундук. Я, наверное, эти 2 сундука открывать сейчас не буду. Я их открою на следующем видео. Да-да, будет еще видео по Brawl Stars, если вы хотите. Поэтому ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. А с вами был Громикс. Всем пока!